По какому поводу вызвали патруль? Вернулась с прогулки с грудным ребенком. Были припаркованы так машины, что я просто не могла заехать в подъезд. Вызвали полицию, полиция приехала очень быстро. Вот одна барышня уже уехала, а вот молодого человека какого-то не можем дождаться. Вот стоим, ждем. А известно, что молодой человек? Ну, я так предполагаю. Ага. А как зовут вас, скажите, пожалуйста? Я Настя. Настя, очень приятно, Настя. Ну, очень хорошо, что вы сознательный житель. Я считаю, что как-то надо уже наказать. Мы очень много раз обходили эти моменты. Очень много раз я в таких щелочках проезжала. И сегодня я конкретно вообще, я начала вот так вот ходить между машин, я не могу заехать, мне негде. У меня грудной ребенок 2 месяца, которому надо кушать по времени. Хорошо, что у меня была мама дома. У меня муж жил в рейсе, а у кого нету мамы. Не занести, не проехать, ничего, если ты с ребенком на улице как хочешь. Ну да. Или бросай коляску. Угу. Мне кажется, что надо просто, мы все как-то эти моменты все, ну, игнорируем всегда. Думаю, да, перенесем, так, да, постоянно вот так. И это все остается просто безнаказанно. Уже как-то просто, ну, надоело. Угу. Очень надоело, и я вот родила очень много с этим сталкиваюсь. Таких мам вот. Просто никто ничего для этого. Ну да, надо реагировать, безусловно. Да, спасибо, я... Настя. Спасибо. А по какой причине? Вкратце мы... Буквально в рамках вашей плоскости. В рамках нашей плоскости данный автомобиль нарушил здесь правила дорожного движения. Совершил стоянку, чем преградил движение пешеходам в данный подъезд. То есть жильцы этого дома не могли длительное время попасть сюда, примерно вот девушка с коляской, с ребенком, она не могла заехать, то есть вызвала нас. Было несколько автомобилей, основные автомобили, как бы водители явились на место, были оштрафованы, выписано постановление, они будут платить штраф. А данный автомобиль, так как владельца не было, мы ожидаем эвакуатора, он будет эвакуирован.